порчи, либо потери. Поэтому сейчас мы приступим к принудительному исполнению решения суда. Просим не препятствовать. Решение суда будет исполнено в любом случае сегодня. Чтобы не возникало каких-то конфликтов, убираем ваш товар. Мы приступаем к демонтажу данного сооружения. Видите, Владимир Владимирович говорил, что за малый бизнес. Почему нас никто не спрашивает? Мы работаем, мы платим налоги. У нас решение суда. Вы просто нас выкидываете на улицу. Если это не... каждый раз же, это каждый год. Одного открываете, вы одного закрываете все... вообще. Есть какие-то новые вопросы? А куда мы сейчас будем девать все это все в холодильнике, это тех, куда будем, и товары, все у нас стоят? Сейчас необходимо начинать судебный пристав проводить эти работы по демонтажу. Сам судебный пристав? Будьте добры, освободите по нее. Когда было Никого были уведомы надлежащим образом о наличии судебного решения, вступившего в законную силу организации юридической делегации, исполнение добровольно исполняло решение суда, с чем в настоящее время производится принудительное исполнение. Я вам говорю, вот эти вопросы можно обсудить на улице сейчас. Кому Вам было предоставлено возможность. Вы за ленту вставайте, молодые люди. За ленточку. Проводите демонтажи работ, это небезопасно. За ленту, будьте добры. Все граждане встаем за ленту. За ленту. Вот так. Вам было предоставлено возможность, вы не воспользовались. Будьте добры, здесь. За ленточку, будьте добры, здесь. У вас есть куда товар-то вывозить? Есть куда товар вывозить? Ну, это чатня убирает вокруг дома. Вы понимаете, о чем я говорю? Да. Давно здесь работаете? Нет, недавно. Недавно. Как относитесь вот к происходящему? Ой, очень трудно. Долго-долго взять это народ вообще нет. А вы откуда? Я Вьетнам. Вьетнам, да? Да. Живете в Твери здесь временно, да? А вы платите здесь за помещение, вот за работу здесь? Не, не дорого. Не платите, да? Тут это чуть-чуть. А чуть-чуть это сколько? Это здесь. Это за месяц и за каждый день. За месяц сколько платите? 15-20. 15-20 тысяч, да? А кому платите? Вот такой это на администрации на рынке. Администрация рынка платите все-таки, да? Ясно. Ой, очень трудно. Трудно в России торговать, да? Ну это трудно, его это торгу нету вообще. Что? Торгу нету. Торговли нет? Почему это закрыто рынка? Тут того тоже. Торговать-то, да, на самом деле? Конечно, было удобно, не на улице расстояться. А дорого здесь вообще было место арендовать? Относительно нормально. Ну сколько? Вот говорят 10-15, да, или сколько? Нет, в месяц? Побольше. Побольше, да?
У нас как бы два места, да? Ага. Оплатили, соответственно, вот Юка, да, фирма называется? Конечно, конечно. Держи, держи, держи. Да, иди.